Ивановской области выпал уникальный шанс провести 7-ю всероссийскую выставку «Охотничий мир России». Об этом на пресс-конференции рассказал начальник службы по охране объектов животного мира Глеб Габузов. Полюбоваться охотничьими трофеями со всей страны можно будет с 13 по 15 сентября в «Текстиль-профи». Там будут представлены, во-первых, экспозиции охотничьих трофеев, во-вторых, будут представлены павильоны охотпользователей, как наших ивановских, так и охотпользователей из других регионов. И товары, связанные с ведением охоты и рыболовства. Потому что мы решили включить и рыболовные наши мероприятия, рыболовные фирмы, которые занимаются этим видом. В программе выставки всевозможные семинары и даже курсы по повышению квалификации. Благодаря последним в регионе наконец-таки появятся эксперты по оценке охотничьих трофеев. Те, кто пройдут успешно эти курсы, получат специальные сертификаты и смогут заниматься оценкой рогов профессионально. Кроме грядущей выставки, журналистов интересовали и вопросы насущные. Двумя днями ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала ввести на территории области с 1 августа противопожарный режим. Доступ в лес жителям и охотникам в частности запретить. Сейчас я не могу это комментировать, я могу только сказать, что такое решение на комиссии принято. Если как только у нас официальные выйдут документы, мы, безусловно, сразу сообщим об этом в средства массовой информации, дадим на сайте на официально сообщим, что охота закрыта. Таким образом, служба о переносе охот сезона пока еще не заявляла. Официального указа о том, что добыча дичи запрещена до 1 сентября, нигде не опубликовано. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.